Экспоцентр в Якутске поможет выйти на внешний рынок местным производителям. Сегодня в столице республики открыли галерею «Национальное достояние Якутии». Павильон площадью более 500 квадратных метров расположился на втором этаже экспоцентра на улице Курашова. Торгово-промышленная палата Якутии и руководство города надеются, что галерея станет популярным местом не только среди местных жителей, но и туристов. Подробности в следующем сюжете. Ювелирные украшения, изделия из меха и кожи, одежда, якутские ножи и многое другое под брендом «Сделано в Якутии» теперь можно увидеть в одном павильоне. Галерея «Национальное достояние Якутии» открыла свои двери перед первыми посетителями. Это новый шаг в развитии местной продукции и выходе на внешний рынок, считают в Торгово-промышленной палате республики. В этой галерее будут показаны наивысшие достижения наших народных мастеров. Это очень важно. Национальное достояние должно быть полностью отвечать этим требованиям. Мы должны гордиться этим. И самое главное, распространять это дело по всему миру. Галерея соберет под одной крышей мастеров со всей республики. Крупные и мелкие производители смогут представить свою продукцию не только горожанам, но и гостям столицы со всего мира. Экспоцентр станет еще одним популярным туристическим объектом, надеются в руководстве города. Такие произведения, они такие... Товары, они пользуются на самом деле сегодня очень большим спросом во всем мире. Именно изготовленные вручную, изготовленные мастерами. Это как раз одно из направлений креативной экономики, о которой я очень много говорю. И это то, на чем будет дальше развиваться наш Якутск в том числе. Могут посмотреть сразу и посуду, и меха наши, мебель, все, что вот может предложить наша республика. Так что мы можем выйти уже на более такой большой рынок. Границы уже... расширяется. В галерее разместят как постоянные, так и временные экспозиции. Что касается последних, то их планируют сделать тематическими. Например, собрать мастеров, изготавливающих якутские ножи со всей республики, или проводить выставки, посвященные продукции из определенных районов. Таким образом, даже небольшие производители получат возможность выйти на более широкий рынок. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.